150 новосибирских спасателей стали участниками соревнований по пожарно-прикладному спорту. Они боролись за почетный кубок памяти Владимира Ладыженского, чемпиона СССР в этом виде состязаний. Это соревнование между боевыми подразделениями главного управления. Участвует именно личный состав, который ежедневно работает в боевых караулах. Это неподготовленные спортсмены, это лучшие по профессиональной подготовке в этих подразделениях. Памятные соревнования для новосибирских пожарных – десятилетняя традиция. Здесь они демонстрируют навыки, которые применяют на службе ежедневно. Это бег и подъем по штормовой лестнице, а также смотровая 100-метровая полоса препятствий до очага возгорания. Спасатели участвуют в личном и командном зачете. Лучшим подразделением стала сборная специального управления номер 9 МЧС России. Отдельные награды получили спасатели, участвовавшие в тушении сложных июньских пожаров в Новосибирске, в том числе и на автомобильной газозаправочной станции на Гусинобродском шоссе. Один из сложных пожаров, который я застал, который тушил, который за 20 лет работы моей просто видел. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.